Позанимались мы с Ашкимом на турниках. Уже не стала вам снимать одно и то же, чтобы не надоедать. Никого нету в это время. Я встала сегодня 5:30, вышла на балкон 15 минут 7, точнее. И смотрю, что столько людей ходят. А вот в это время уже боятся, видно, люди. И, кстати, там возле нас базара нет, а здесь уже начинают собирать базар. Потом мы вернемся и покажу вам. Все, пошли мы дальше. Сесс-контроль, сесс-контроль. Вот так мы работаем, работаем. Да. 9 часов. Мы стоим возле Карфура. Карфур. Все закрыто. 10 открывается, наверное. Вот цены с 1 по 14 мая. Подешевело на 3 лиры где-то, на 2-3 лиры скидка. Вот здесь они, интересно, оставляют ночью это все бумажки или нет? Туалетные бумажки. Так вот выглядит наш Мерси. 9:00. Уважаемые друзья, что вчера произошло? К этому дереву подходить уже нельзя, к Туту. Почему нельзя? Потому что его вчера опрыскали лекарством, чтобы никто не подходил. Дело в том, что произошла вчера ссора с соседями. Они начали ломать ветки. Вон, видите, ветки обломанные. И они решили его полностью обрызгать, чтобы никто не ел. Вот такая вот история. И прекратился мое тутопоедание. Шелковица-поедание. А мы сейчас... я поднялась, взяла сумку. И пойдем с Ашкимом на базар. И купим вкуснятин разных. Только мы с утра с Ашкимом здесь. Мой Ашким, спортсмен, виним. Зашли в супермаркет, смотрю, все вот вынесли они, шампуни, мампуни, все, что касается запрещено, сейчас положили в том отделе. А вот здесь все остальное, продукты, что можно пожевать, что можно на себя нанести, помыться, чем нельзя продавать. Такая вот жизнь. А мороженки какие здесь. Ну, это я ем каждый день почти. Вот такие мороженки. Здесь раньше был манавчик такой, манав, торговая лавка. Продавали овощи, фрукты, почему-то сейчас нету. А мы пойдем на базар. Такой цветочек у меня есть. Вот такое дерево вырастет. О, классно. Кустарник. Друзья мои, я сама хожу на базаре. Вот такой базар здесь. Потому что мы пришли с Ашкимом сюда, и вдруг его позвонили, что карго, что-то он заказал, не знаю, нужно ему срочно возвращаться. Он мне дал деньги, и я вот сама все отовариваюсь. Людей здесь не так много, и расстояние между продавцами где-то 3-4 или 5 метров даже. Так что цены, ну, нормальные, приемлемые. Цены установила Белидие, то есть Мерия. И выше, если сделают, то будут наказаны. А ниже можно. И жду отовариваться. Нормально все здесь. Мушмула по 6 лир, но по 5 тоже продают. Видите? Вот такой базар здесь немножко подальше. Это вот я утром всегда гуляю и смотрю. Ну, здесь с деревни свое привозят и продают жители. Перекупщиков нету. Сейчас надо мне... Я вот накупила всего.
Сколько потратила? Наверное, 45 лир. 40 лир потратила. Ну, а такая уже большая сумка. Вот такую огромную сумку я купила. И у меня еще осталось из 100 лир 35 с копейками, 38. Смотрите, все равно как выгодно. Вот здесь фасоль написана, на этом табло, вот цены написаны, да? Здесь 10 лир она мне дала, там написано 5. Ну, в общем, вот, смотрите, такой базар. Молодая картошка мне, кстати, понравилась. Так хочется молодой. Наверное, молодой картошечки я тоже куплю. Вот так. Сейчас куплю картофеля и поеду домой. Дорогие, мой муж в шоке. Что же я такое не могла донести, его вызвала. Он смотрит. Потатес вины алдымашкин. И ки лира. И сьюрум более хашланмак. Белерсун сен фасоли. Он лира килосу. Беш лира. Он лира хапьерде. Сорма, демек эстеди бу баяна. Сен белерсун он лира. Он сора соль не медыв. Когда вам? Беш лира. Domates kaç liraya aldın? 4. Güzel domates almışsın. 4 ama... 4, hayır 4. Maydanoz aldım. Luk 3, bu hep 3 lira. Bu 2,5, 1,5 bu. Значит, лук полтора. Это стоит, знаешь, сколько? Не кадар. 2 лир, 2,5. Хой, кёлю. 4 лира, 2 кило aldım. 10 lira aldım. Çünkü fazla meyve yokmuş. Ben tut almadım. Ya ne kupila tut, потому что зачем я... Yok mu dedi? Ну, лязин, кирексит. 2,5. O da 5 lira. Yiyebilecek miyiz? Hı hı. Böyle yiyeceğiz. Bu muz. 10 lira. Maymun mu yiyeceğiz? Nasıl yiyeceğiz? Gırtı mıgırt abizyanı. Maymunlar öyle diyor. Aşkım, bir gün önce sonra... Miş buna kaç lira kilosu? 6. 6 lir. Miş buna. Sen çabuk hep alıyorsun. Ben söylemiyorum. Bu da köylü aldım. Kaç lira kilosu? 5 lira. Neden biliyorsun? Yani ne olacak yani? 2,5-3. Ооо, кабак шарт. Он как любит кабак. Кабак шарт. Вы видите, сегодня Ашкин помогает мне. Ну, кашаниш. 2,5. 2 лиры, молодые. Салтаны кашаниш. 4 лиры. 4 лиры. Гизель. Дай мне кавалтом завтра. Сейчас, говорит, быстро делает завтрак. Сора все? Ама, гюзель, Ашкин, качал дым. И 70 лир. Сколько я купила? И 70 лир. Посмотрите, бананы. Сегодня они зеленые. Ашкин, бенне алдым, белерсун. Авокадо алдым. Сордум дёр 2 лира. 4 лира килосу. Алдым 2 авокадо, дёр ярым кило бурады. Думаю, 2 лира. Сонра бана хэсап дёр 35. Бен дёрм, неден 35? Не алдым. 20 лира бу авокадо. Истемьёрм. Я ему рассказываю, что я зашла авокадо, увидела. Она говорит, видно, очень много всем отвечала, и я это приняла в свой адрес. Говорит, 4 лиры килограмм. Я купила 2 огромных авокадо, она говорит, полкило. А когда счет принесла мне, счет сказала мне, 35, я говорю, 35 я купила только у нее. Вот чеснок купила, вот бананы у нее купила, и все, и говорит 35, и эти авокадо. И потом только я узнала, что она говорит 20 лир здесь. Вот так вот. Такое вот я со мной произошло. Сейчас буду готовить завтрак ему. Ставьте лайки, подпишись на мой канал, нажми на колокольчик и на все уведомления.